Могу кое-что сделать, если у вас есть подходящие материалы. Ну да, лавка открыта. Что, просто поглазеть зашел? Это... что? Вороны. Те, которых мы истребляли. Шпионы Одина. Новый отец и мать. Новый удел — страдать. Каждый из нас приметлив, смышлен. Я могу починить любое оружие. Из Ванахейма, из Мидгарда, любое. Здравствуй, Брок. Мы пойдем искать это эльфийское святилище или куда-то еще? Это можно, но ведь есть другое дело, требующее нашего внимания. Мы нашли Хавгуфу на равнине, госпожа. Ей было так больно, теперь она свободна, но где-то под запретными песками томится еще одна. Хавгуфа? Я не видела их с самого детства. Что же еще? В Альфхейме есть тайная библиотека эльфов. Показывай дорогу. Я сделал новые чертежи. Может, вам будет интересно?
Все для вас. Просто в гости зашел? Фрея, мне всегда было интересно, почему Фрейра стали так почитать, когда он только появился? Начнем с того, что это был не первый его визит. Фрейр был одним из тех, кто прибыл в Альфхейм, когда путешествовать между мирами мало кто умел. Да? Давненько это было. Расскажи. Мы считали, что все великаны погибли во время потопа. Но затем в Ванахейме объявилась великанша. Ее звали Гёрд. Она предложила обучить нас перемещению между мирами с помощью света Биврёста. Фрейр был ей просто очарован. Он всегда бредил странствиями, и тут появился кто-то, разделявший его мечту. Они странствовали вместе, исследовав все мировое древо от корней до самой верхушки. Но однажды Гёрд решила идти своей дорогой. Сердце Фрейра было разбито, и он задумал совершить нечто великое, чтобы вернуть Гёрд. Стой! Давай поищем здесь. Большая часть песка сошла. Но затем перевалом бушует еще одна буря, а значит... Еще Хавгуфа! Похоже, светлые эльфы заперли эту часть равнины. Зачем? К счастью, одна мудрая богиня заколдовала наш резец, и мы можем открыть замок. О, и правда, к счастью. Дальше лежат запретные пески. По словам Бейлы, это спорная территория, и там нас ждет новая буря. В детстве мы с Фрейром бывали в этом мире. Тогда пустыня была полна жизни. Боюсь, наши усилия тщетны. Эту эпоху уже никогда не вернуть. Может и так. Чтобы излечить эти земли, недостаточно спасти парочку хавгов. Но я полагаю, в долгосрочной перспективе Альфхейму станет лучше. Что ж, лучше поискать вход в подземелье. Ищите вход в пещеру. К
Вижу вход! Надеюсь, Фрейр будет доволен тем, что мы сделали в пустыне. Интересно, знает ли он, как страдает этот мир в его отсутствии? Да. Услышать снова песнь песков, даже одиночную, редкое удовольствие. Будет дуэт, когда спасем эту Хавгуфу. Какая архитектура? Не похоже на темный цвет. Судя по виду, это древнее поселение. Возникла задолго до светового колодца. И здесь материя Булья. Значит, мы на верном пути. Yeah.
Эта материя улья восприимчива к звуку. Странно. Когда мы были тут в прошлый раз с Атреем, я подумала, как странно, что в Альфхейме нет его света. Я не поняла, что его закрывают ульи. Да, а вот темным эльфам кажется странной эта колонна света в центре храма. Посмотри, какие древние стены. Они старше светового колодца или даже нашей плененной Хавгуфы. Какая интересная точка зрения, Мимир. Ну, повиси-ка несколько зим на крепкой заднице бога войны, и тебе тоже откроются различные точки зрения. Опять улей, но плотнее. Сработало. Этого слева! Ничего себе! Враги левей тебя! Come on.
Враг слева! Светлые? Земли переходят из рук в руки, по всей видимости. Бюгвер говорил, что эти руины исторически важны для светлых эльфов. Видимо, они не хотят пускать сюда чужаков. Ну, они попытались. Тот труп внизу мог бы с этим поспорить.
загораживает нам путь. Надо с ним разобраться. Меткий глаз. Ну что, идем дальше? На свободе эти хавгуфы начнут размножаться. Какое это было зрелище! Небеса Альфхейм наполнились их песнями. Наверное, эта парочка выросла такой большой из-за недостатка свежего света. Зачем заводить детей, если их не прокормить? Желание защитить детей от жестокого мира. Как знакомо. Go!
Интересно, понимают ли они, какое решение им предстоит принять? О каком выборе ты говоришь? Таков жизненный цикл Хафу. Чтобы завести потомство, они должны передать свет своим детям. А без света они умрут. Каждый из нас мечтал бы о такой кончине. Когда твоя смерть имеет смысл, и жизнь продолжится в детях. И будь у меня выбор, я знаю, что ты решил. Здесь сумеречный камень. Нам надо попасть туда.
Еще немного. Теперь назад на поверхность. Осторожно, сзади!
Очевидно, важный элемент его благословения. Участь этих созданий напомнила мне одну легенду. Да что ты? Однажды царь приказал своему кузнецу выковать ящик, который бы удержал в себе все зло этого мира. Но металл не выдержал бы такой мощи, и кузнец использовал плазму. Кратос, эта история должна была сделать мне легче? Может, это просто история, чтобы скоротать время. Спасибо за поддержку, но... твои истории. Что с ними не так? Я бы не сказала, что они утешат. Это правда. Мимир рассказывает лучше. Ну не прибедняйся, брат. В красноречии ты сильно поднаторел. Ничего. Чем закончилась, Кратос? Дочь кузнеца стала ключом от этого ящика. Он умер, защищая ее от жаждавших открыть его. Какая знакомая история. Thank you.
Похоже, мы злоупотребили гостеприимством Альфхейма. Снова. Сзади! Осторожно! Остановить бурю. Если мои истории тебя не утешают, подумай о том, что сделала то, что считала лучшим для жизни своего сына. Даже эти твари понимают, у родителей нет выбора. Ты не одинока. Надеюсь, что так. И они теперь тоже. Спасибо, Кратос. Эта земля снова поет. Мы сделали хорошее дело. Нам же некуда спешить. Кто знает, какие приключения ждут нас на залитой светом равнине.
Статуя моего брата. Чудно. Странно. Руны темные. Зачем это нужно? Кроме как потешить самолюбие моего брата. Сложно сказать, надписи нет. Но, похоже, эльфы вместе это построили, и темные, и светлые. Получается, это был их первый случай сотрудничества за многие столетия. Пусть до мира еще далеко, но это послужит напоминанием о том, что мир возможен. Эта статуя смогла пережить отсутствие Фрейра, а перемирия нет. Памятники бесполезны для тех, кому плевать на их смысл. Перемирие — заслуга не только его дипломатии. Его божественная натура, его личность — вот что излечило эти земли и сделало мир возможным. Но стоило ему уйти, он должен был понять, что будет. Ну, у него была причина. Один баран уболтал его сестру выйти за психопата. Ты сказал, памятники бесполезны. Зачем же его чинить? Он долго был скрыт. Может, теперь он станет напоминанием.